Добрый день, друзья! Меня зовут Наталья, я приветствую вас на своем канале. А сегодня у меня обзор покупок по каталогу Faberlic номер 7, который как раз-таки идет с 8 мая и по 28 мая. У меня огромный заказ, большой, больше 100 баллов, поэтому не буду сильно затягивать, потому что про каждый продукт отдельно говорить, пробегусь как можно быстрее, скажем так. Итак, каталог, будут новинки, будут продукты с большими скидками, которые выгодно взять. Ну и давайте посмотрим. Начну, пожалуй, давайте с обуви. Покажу вам вот такие вот шикарные кроссовки. Вот так они упакованы идут. Faberlic, это женские. У них большая такая платформочка, подошва резиновая. А в каталоге выглядят вот таким вот образом. Вот она. Это моделечка, Стефани называется, цена 2799 по каталогу. Это цена каталога, минус 20-26%, если вы не делаете 50 баллов, скидка 20%, если от 50 баллов, то скидка 26% для консультантов. Поэтому очень выгодно, в том же, скажем, спортмастере такие кроссовки стоят от 6000, а здесь 2700 даже по каталогу. А если еще и минус скидка, то вообще прекрасная. Действительно прекрасные кроссовки. Обувь Faberlic вообще очень качественная. Я уже не первый год покупаю, не первый год ношу, поэтому все прострочено, все идеально, все красиво. Здесь, да, кроссовки, здесь она, вот эта вот штучка, плащевка от защиты от протекания воды, то есть, ну, настоящие кроссовки. Единственное, немного высокая подошва, то есть она такая, знаете, как вот, чуть-чуть как с платформы идет. А в остальном они просто вот шикарные. Идут размер, резиновая подошва, то есть она, вот она гнется. Ну, здесь, если с учетом того, что здесь еще это, фиксатор. А так, очень удобная. То есть хорошая такая подошвочка. Шикарно. Шикарно сделаны кроссовочки. И вторая моделька. Вы ее у меня уже видели в предыдущем видео. В прошлом каталоге я покупала, но я купила на размер побольше. Тот размер я подарила сестре, а эти вот взяла себе. Точно такая же моделька. Есть отдельное видео у меня на канале. Можете посмотреть. Шикарно. Это кеды. Так, вот они. Вот они идут, вот они подряд две модельки. Вот такие кеды. Мне они очень понравились. То есть они мягенькие, шикарно. Тоже резиновая подошва, она гнется. Прекрасно все сделано. Отстрочка вся идет. В общем, все очень-очень даже качественно, очень хорошо. Вот такие вот кеды. То есть на повседневку бегать вообще просто прелесть. Те, кто сомневается, покупать обувь по каталогу или нет, однозначно покупать, потому что вот качественная обувь, которая прослужит вам. Будете бегать и все, не задумываясь. Так, что еще из новинок я взяла? Сейчас я покажу вам вот носочки. Вот такие вот женские носочки. А у меня вот такого цвета. Вот они идут вот так упакованы. Смотрите, как красиво упакованы они. То есть все, три пары разных. Белые в полосочку и белые, белая полосочка вверху. Вот так. Укороченные они идут. 399. Единственное, что сомневаюсь, в них состав, знаете, 65% хлопок и 32% полиэстера. Так, и 3 эластана. Я бы хотела, конечно, чтобы было побольше хлопка. Я люблю, когда вот прям хлопка много, 80%. Ну, посмотрю, как эти будут носиться. То есть вы их вот так вот отрываете, вот здесь вот, и носочки. И носочки носите. Они укороченные, на лето вот просто прекрасно. Взяла две масочки. Это одноразовые масочки, вот такие кругленькие. Одна кислородная экспресс-маски. Одна идет для лица
идеальный тон и увлажнение вот это. То есть и в дорогу хорошо брать, не только дома, и в дорогу. Взял с собой в это, в чемоданчик, и много места не занимает, и поехал. То есть это не баночка, это вот такая вот, такой вот диск. А это кислородная экспресс-маска для лица, матирования и очищения. То есть они очень удобные, они одноразовые. Взял, я говорю, с собой и положил. Сейчас начинается отпускной сезон, и всегда. То есть нужно что-то быстро привести лицо в порядок. Пожалуйста, вот они, одноразовые масочки. Итак, матирование, очищение, артикул 1043. Так, вот так, 1043. Ну, будет, конечно, зеркально отображать, ну вот говорю, как есть. Идеальный тон увлажнения 0,2-34. Можете просто взять и записать по одной штучке. Но мне нравится, они такие, слушайте, упаковка такая классная. Такие тарелочки. Замечательно. Еще взяла лак. Слушайте, я так люблю нюдовые оттенки. Вот сейчас у меня вообще не накрашены, потому что я их подготовила. Думаю, буду вот экспериментировать. Посмотрите, какая красота. Я вообще хотела все там взять. Надо будет как-нибудь все-таки купить. Сейчас я вам покажу. Ну, и они бесподобные оттенки. Я их так люблю. Восстановление ногтей всего за 2 недели. Лак для ногтей с ухаживающей формулой. Так, 2, 4, 7 оттенков. Вот они как в каталоге выглядят. Именно вот этот вот. Не с блесками вот этот нижний, а вот этот. Вы посмотрите, какие шикарные оттенки. Они вот на повседневные. Очень я люблю, и вот так вот они выглядят. Так, чего у меня, по-моему, так, какое здесь, сейчас скажу, 27-37. Это вот этот вот розовый, это вот этот, вот он. Смотрите, они совпадают, цвет-цвет совпадает. А вот этот, сейчас глянем, какой это, 27-39. 27-39, это который нижний. Вот он, нижний. Смотрите, как идеально совпадает. И вот этот у меня, так, 27-38, вот он. Вот он, смотрите, ну шикарные оттенки лаков. Мне они так нравятся. Я их все-таки еще докуплю. Может, в следующем каталоге будут они по акции. И я их, конечно же, докуплю, чтобы вам показать их все. А может, у себя посмотрю, потому что у меня какие-то уже, по-моему, из этой серии есть, я крашу. Ну вот, могу и повторно купить. Я так 2 помады купила. Думала, 2 разных оттенка, а получилось, пришли они вон 2 одинаковых оттенка. Оказывается, есть. Вот, и вот такие вот лаки. Красавцы. Смотрите, какие красавцы. Ну вот, нюдовые, шикарные. Шикарные оттеночки. Поэтому, кто сомневается, берите. Кто любит вот такие не яркие, а вот нюдовые. Прокладки. Сейчас идет шикарная акция на них. 3 любых прокладки, каждая 116 рублей. Вот такого в каталоге вообще не бывает. Практически не бывает, но, может, пару раз в год бывает, и все, чтобы по 116 рублей. Бывает акция на прокладки, на гигиенические, женские. Я взяла все 3, то есть ночной, дневной и на повседневной. 116 рублей у меня вышло каждая. И это как раз-таки по акции в каталоге. Это для всех. 116 рублей выходит каждая упаковочка. Так, где они? Я сейчас попробую найти. Если найду, покажу вам эту акцию. Сейчас глянем. Так, 166 рублей – это цена каталога и минус 26%. Да, у меня, по-моему, по 116 рублей они вышли. Ну, даже если я где-то ошибусь, то все равно, смотрите, 166 рублей – цена каждой упаковочки. Это очень выгодно. Здесь вот как раз-таки эта акция. В следующем каталоге уже этой акции нету. Там они уже вот по 249 рублей, как здесь вот написано. Видите, если просто одну упаковку покупаете, то 249 рублей. А если 3, абсолютно любых, то 166 цена за одну упаковочку. Шикарные прокладки с анионовым чипом. Купила себе краску для волос. Салон Кэр. Мне она нравится.
нравится тем, что она не жжет волосы, и она очень такая комфортная, мягкая. После нее, когда смываешь, нету вот ощущения жженого волоса. Поэтому купила повторно. Также купила себе чай, я его обожаю. Детокс, очищение, травяной чай. Либо легкость и чистота в теле, либо вот очищение вечер. Есть очищение утро, и я вот взяла очищение вечер. То есть у меня всегда чай этот есть в наличии. Из новиночек я дополнила. В прошлом каталоге я брала другую зубную пасту, а в этом каталоге я взяла еще две с матчей и с женьшенем. Поэтому буду пробовать. Ту я уже практически закончила. Шикарная паста, она густая, концентрированная и вот замечательная. А, там у меня была с розовой солью, думаю, что-то соленое у меня на память приходит. Розовая соль была, но она не соленая. Хотя многие пишут, вроде как соль ощущает. Я ощущаю вообще запах лотоса, вот именно такую ассоциация, водянистая такая. Вот прям цветок лотоса. И вот эти женьшень и матча. Затем я взяла универсальный крем с аргинином. То есть это вот в домашнюю аптечку. Из серии Expert Pharma я вот такой взяла крем с аргинином. Содержит биоактивную формулу аргинина и комплекс натуральных экстрактов. Экстракт имбиря, плодов каштана, донника, листьев подорожника, которые восстанавливают и улучшают защитную реакцию кожи. То есть при любом повреждении кожи берем и используем этот крем. Артикул 1279. Упаковочка, сколько у нас здесь, 75 миллилитров. Вот так вот он выглядит, кремушек. Взяла. У нас и с пчелином, с сабельником, по-моему. А может, в общем, с пчелином, с сабельником, по-моему, есть растирка. Очень хорошо. И вот теперь с аргинином дополнила в аптечку, домашнюю аптечку. А для детей новинка, вот у меня тут уже ребенок открыл, и это вот такой вот бальзамчик для губ. Смотрите, какая прелесть, шикарно, такой котофеич. И вот она вот так вот с апельсином, ну какой-то вроде как только апельсина, но вот нету такого, вот едва уловимый, то есть мне кажется, вообще без запаха. Нет? Нет, оранж есть, да. Есть. Чуть-чуть. Ну, вот не ядреный, когда вот возьмешь, прям химия одна, а это вот прям надо уловить его. И вот такой вот кошачок. Котейка такой. Это бальзам. Новинка, бальзам для губ. Сейчас скажу, артикул 4740. Детский бальзамчик для губ. Вот такой упаковочке идет. Следующая соль из серии Нечаев. Неаполитанская с базиликом и тимьяном. Называется правильная соль. На 30% меньше натрия. Содержит коллаген. Сейчас с пищевым. Чего тут? Сейчас с пищевыми волокнами. Вот это правильная соль. И вот так вот она выглядит. Так, сейчас покажу в каталоге. Так, в каталоге на страницах я эту соль не нашла, потому что я заказывала ее просто в личном кабинете на онлайн. Не все продукты входят всегда в каталог, и можно будет со скидками купить онлайн в разделе «Продукты». Вот я купила. Здесь в этом каталоге идут приправы. Надо мне еще приправы будет купить. Кофе я пью, кофе шикарный. Особенно мне нравится утро, который обычный, сублимированный, без добавления молотого. Когда с добавлением с молотым, мне не нравится. Вот, а с молотым у нас чего? Сейчас скажу. С молотым день. Дневной, который, да, с молотом. Мне он не нравится. Я беру себе утро обычный гранулированный кофе. Да? Ну, да. Растворимый. Обычный растворимый. Так вот. Вот такая вот соль. Упаковочка у нас сколько? 100 грамм. Правильная соль.
Взяла себе тоник для лица, кислородное дыхание из серии Oxyalloge. Вот такой тоник. Так, что у нас еще? Ну, здесь еще много чего есть интересного. Интересного взяла из серии Expert масочку Glay очищающую. Я ее вчера протестировала для очищения лица. Она идет вот такая вот темненькая. Так, сейчас я вам покажу ее. Выдавлю. Вот такая темная. Но настолько комфортная маска, слушайте, она не стягивает лицо, ничего после нее. Я ее подержала 15 минут для очищения. И после нее, когда смываешь теплой водичкой, как после обычных очищающих глиняных масок, лицо начинает сушить. Здесь ничего подобного нету. Здесь настолько комфортная кожа становится. В общем, она у меня как-то вот прям в фавориты зайдет. Мне очень нравится. Мне понравилось из очищающих масок из серии, так, сейчас я вам скажу, которая натуральная у нас идет. Сейчас я ее попробую найти и вам сказать. Вот просто мне, чтобы название не спутать, как она у нас называется, вот, уже и забыла. Так вот, там шикарная масочка, детокс идет, которая это. И после нее тоже кожа лица становится, ну, настолько мягкая и хорошая. И там идет, по-моему, рапсовое масло с такой вот... Так. Сейчас скажу, где-то сейчас я ее найду и вам покажу. Так, ну и где она? Сейчас найду, чтобы не отнимать. Вот, я как раз таки ее нашла, Green Karma. Вот эта мне масочка понравилась, очищающая. Она у меня закончилась, и я вместо нее купила вот эту из серии Expert. Сияние восстановления, очищающая глиняная масочка. Вот она тоже шикарная. Будет у меня в фаворитах наравне вот с этой масочкой. Что у нас еще? Как всегда, любимые зубные щетки. Это с угольным покрытием. А это силиконовые щеточки. Они у меня всегда есть в запасе. И я их всегда... Суп из серии Wellness. Это грибной суп. Для чего? Вот я пользуюсь этим супом не просто как вот там для похудения или еще чего-то развела. Мне нравится он как посыпка. Я его везде добавляю, особенно в макароны, например. Раз посыпал и все. Шикарная вот натуральная, скажем так, приправа. Посыпка, которая без всякой химии, без ГМО, глютен не содержит, сахара нет. Вот у нас был, закончился суп с креветками, а этот мы взяли грибной. Вот такая вот упаковочка, 450 грамм. И в каждой порции оптимальное количество того, что нужно организму. 15 порций здесь хватает. Ну, если вот использовать как суп, я использую... его как посыпочку. Так, что у нас здесь? Какой артикул? Нигде не написано артикул. Ну да ладно. Вот такой вот суп из серии Wellness. Тоже купила. Ребенок у меня заказал мыло из серии Love. Здесь с барашком. Ну вот, взяли. Из новинок я, конечно, не могла пройти мимо. Слушайте, я заказала все 4 мыла, которые есть. Но они шикарные, мне они очень нравятся. Слушайте, такие брусочки. Здесь 2 мыла. Да, это по 42 грамма каждое мыло. Вот они, посмотрите, их хоть в подарок, хоть самим пользоваться. Ну просто вот витамания, да, взрыв. Витаминов, взрыв цвета. 2 вот мыла каждой упаковочке. Ну и последнее, что у меня есть, это порошок. Я взяла стиральный порошок из серии Гринли. Гномик, стиральный биопорошок для цветных тканей, для жесткой воды. Взяла я его за 70%. Эта акция идет для VIP-консультантов, которые делают 100 и больше баллов в каталог. И
в следующем каталоге идет VIP-привилегия. Любой продукт из каталога берешь за 70%. Поэтому, то бишь, даром. А мне вышел этот порошочек, мне он нравится, вот так открывается, и вот здесь вот он концентрированный. Смотрите, тут еще и картонная ложечка, она там идет с мерной дозой. Ну, конечно, у меня пластиковые, но вот она, видите, объем. Туда насыпаешь порошочек, и вместо пластиковой можно вот ей отмерять. Не знаю, удобно или нет, правда не знаю. Поэтому у меня пластиковая специальная ложечка для концентрированного порошка. И вот ноль отдушек, фосфатов, хлора, консервантов и красителей. Замечательный порошочек. Вот такой стиральный биопорошок для цветных тканей. Для жесткой воды. Ну, можно использовать и для любой воды, но эта серия, это всегда для жесткой воды. Артикул 118-92, 800 грамм. Объем 800 грамм равен обычному порошку, который идет 2,5 килограмма, по-моему, да, в этих магазинах. То есть вот маленькая коробушка, это как раз тот объем порошка обычного магазинного. Все. А, ой, ребята, да еще не все. У нас же тут еще одежды много-много. Хочу показать бюстгальтер. Натуркатон. Вот такой бюстгальтер. Вот он. У него плотные такие поролоновые чашечки. Они сейчас как бы вот такая модель модная. То есть ее не видно. Она не ажурная, она не кружевная. Она вот просто вот с этим поролончиком на каждый день вообще шикарно. То есть занимаясь спортом, одеваете и все. И она не просвечивает вот эти кружева. Да? Вот, то есть она такая вот гладенькая под любую одежду. Ну вот. Вот такой вот бюстгальтер я это приобрела. Шикарное, конечно, качество. Все аккуратненько отстрочено. Все. Серия Натуркатон. Это я как раз по распродаже брала в личном кабинете. Вот нашла, потому что в каталоге нету, а там я нашла и взяла. Ну и последнее, что из одежды у нас идет, это я дочь своей забрала из новинок каталога. Мы взяли вот такую вот футболочку, шикарные бабочки, зеленые, и взяли к лету вот такие шортики, детские шортики. Так, сейчас я посмотрю, где они тут у нас есть, детская страничка. И у нас получилось так, как бы мы вот комплектом взяли вот такие вот шортики, только у нас они вот этот вот цвет. А футболочки здесь такой нет, потому что мы ее убрали на сайте в отделе распродажа. Ну, шикарные бабочки. И вот они как раз шортики. Трикотаж. Это у нас 100% хлопок. Идет серия бурматиков. Ну, у бурматика вот я ношу. Вот у меня вот такая вот толстовочка. Я ее повседневно бегаю и ношу. Как видите, очень качественно. Столько уже раз стирала, и все шикарно. Просто замечательно. Качество уж, если хлопок, так хлопок. И здесь то же самое. Вот такие вот шортики. Хлопковый, толстый такой хлопок. Он не тонкий, он плотный такой. Вот они. Сзади еще и карманчик. Спереди два карманчика. Вот они. Вот такие вот шортики. Надо нам померить. Мы еще даже не открывали и даже еще и не мерили. Так. И взяли на распродаже летнее платьишко. То есть не все есть в каталоге, не все. А есть распродажа, например, 70%. Вот это платье я взяла как раз на распродаже. Онлайн распродажа идет в разделе акции распродажи на втором шаге там корзины. Там выбираешь, там и женская одежда, и мужская, и детская. Скидки там бывают.
Вот эти, по-моему, 70%, есть 50% и есть максимальное 70%. Вот это вот, например, за 70% это трикотажное платье. И оно нам вышло около 400 рублей, по-моему, 300 с копейками. Ну, шикарное. У меня, когда ребенок увидел и сказал, возьми мне платье на весну. Вот, взяли. Все, теперь у меня все, поэтому очень выгодно. Если у вас еще нет номера личного, потому что так просто Фаберлик это можно купить только через независимых консультантов. Но если вы хотите сами напрямую себе покупать, переходите по ссылке. У меня всегда под видео есть ссылка на заполнение анкеты. И все, и покупаете себе со скидкой 20%. Это сразу фиксированная скидка на любой продукт, на любой товар. Все в ближайшем к вам пункте выдачи получаете, и замечательно. То есть здесь столько всего есть. Тут не одна косметика. Здесь полностью и для кухни, и для дома, и одежда, и продукты. То есть есть все, что мы берем где-то в магазине. Как видите, обувь. Обувь вообще шикарная, как сделана. Все. Вот такой у меня опять на 26 минут обзор по 7-му каталогу, а следующий уже будем встречать вот такой. Ай, тут такая новинка, слушайте, здесь, остановлюсь сейчас на пару минут, здесь туалетная водичка, которую я обязательно возьму, причем крышечка, вот она настолько природная, да, вот она вся такая, вот прям минимализм, красота. Пробка. Крышечка из пробкового дерева, и там есть семена. Представляете, компания положила туда семена, которые можно пробочку эту посадить, и семена прорастут в земле. Это я вам по секрету рассказываю. Это новинка следующего каталога, следующего 8-го. Но мы сейчас с вами работаем и смотрим по каталогу номер 7. Приятных вам покупок! А еще вам напомню, вот это вообще шикарно. Это бестселлеры, это порошок. Идет концентрированный и пятновыводитель. Это полноразмерные продукты для всех тех, кто оформит себе, вот заполнит анкету, разместит заказ по ценам каталога 1500 рублей, а минус 20% это еще меньше. И в следующем каталоге, уже в 8-м каталоге, вот в этом, получит шикарный набор. Слушайте, такого не бывает. Такого бывает раз в год, когда вот такие бестселлеры компания выставляет для новых покупателей. То есть вы получаете полноразмерные продукты за заказ всего на 1200 рублей по ценам каталога, получается. И вы сразу же получаете 1 килограмм порошка, который равен 3 магазинам, и 500 грамм, это обычный стандартный размер пятновыводителя, баночка. Шикарно. Всего за 1 рубль. Представляете, всего за 1 рубль. Набор стоит 798 рублей, а вы получаете всего за 1 рубль. При регистрации и размещении первого своего заказа в следующем уже получите такой набор. Поэтому ссылочка в конце видео. Если кто еще думал, там гадал, и, пожалуйста, оставляйте. Заполняйте и сразу же выбираете. Покупаете себе то, что вам нужно, себе, любимой, а для вашей семьи. Все, у меня на сегодня все. Хороших вам покупок. До новых встреч. Пока-пока.